Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. В Кировской области появится кластер легкой промышленности. Его создание обсуждают с чиновниками представители сферы. Это должно помочь выстроить связи между предприятиями и образовательными учреждениями, отмечают в Минэкономразвитии. Кроме того, участники территориальных кластеров в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» могут получить господдержку в виде сертификации продукции, проведения маркетингового исследования, организации участия в выставках, проведения рекламных кампаний. Предварительно свое желание вступить в кластер обозначили 15 компаний. Кроме кластера легкой промышленности, региональные власти готовят и стратегии создания еще двух – туристско-рекреационного и кластера информационных технологий. Программа «Экономика». Спикер «Синергии» проведет бесплатный семинар для кировских предпринимателей 25 августа с новой авторской программой «Почему мы плохо отличаемся? 6 ошибок при разработке УТП». Выступит спикер Алексей Обжерин, эксперт по выходу из жесткой конкуренции, руководитель клуба маркетологов Кировской области, член Ассоциации спикеров СНГ. Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Мероприятие пройдет с соблюдением необходимых санитарных мер в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства в Кирове. Начало в 15 часов в студию 101. Для участников, которые не смогут лично присутствовать, будет организована онлайн-трансляция с возможностью задать вопросы. Возрастное ограничение 12+. Экономика на 101 FM. Кировчане могут поучаствовать в экономическом диктанте. Он состоится по всей стране 7 октября в онлайн-формате. Организует тестирование Вольное экономическое общество России. Тесты разные в зависимости от возраста участников. Одни для старшеклассников и студентов, другие для более старшего поколения. Участники могут проверить свои знания, оценить экономическую грамотность, а также узнать, способны ли они принимать экономически правильные решения. В прошлом году в акции приняли участие более 100 тысяч человек. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте diktant.org. Экономика. Завершение о валютах. Доллар сегодня 74.10, евро стоит 87 рублей 73 копейки. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.